Здравствуйте, уважаемые гости нашего мероприятия. Я благодарю вас за время, которое вы решили провести с компанией Syngenta и присоединиться к важному для нас событию. Мы запускаем с вами новый продукт, новый фунгицид, называется он Meravis Neo. И именно этому препарату будет посвящен сегодняшний весь день. Возможно, кто-то себе задаст вопрос: ну что сегодня мне расскажет Syngenta? Какие-то сложные технологии, материи высокие, что еще я не знаю о фунгицидах? Но я вас уверяю, в течение нескольких часов я и мои коллеги развеем все ваши сомнения. Ну и самое, наверное, главное, мы предложим вам новый инвест-продукт. Да, инвестиционный продукт. Потому что с учетом стоимости существующих фунгицидов, на мой взгляд, каждый препарат – это инвестиция. Инвестиция в новый урожай, который все вы вкладываете. Нео, озвучь, пожалуйста, нам состав этого уникального препарата. Meravis Neo состоит из трех действующих веществ из разных химических классов. Адипидина, карбоксамида номер один на данный момент, технологии Амистар или проще азоксистрабина, лучшего на рынке страбилурина. И самого популярного, самого узнаваемого, одного из эффективнейших и завоевавших доверие среди клиентов триазола на зерновых культурах – пропиконазола. С 2005 года мы широко применяем препараты компании Syngenta. Все препараты проявляют себя довольно-таки с высокой эффективностью. Говоря о опыте работы Syngenta, наверное, с первого дня существования нашей компании мы применяли продукты. Уже 10 лет, наверное, назад начали заниматься в картофельном направлении, там полностью защита у нас на компании Syngenta. Это говорит о том, что мы целиком доверяем компании. Продукты действительно заслуживают уважения, подтверждают, наверное, свою эффективность, качество и надежность препаратов. Здесь я увидел 4 площадки. Каждая площадка могла показать все новшества на данного препарата, на то, что он способен. Специалисты, которые преподносят продукты, очень доступным языком, понятным, рассказывают о преимуществах. Помогают решать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся непосредственно в своей деятельности. Очень подробно рассказывается, из чего состоит препарат, какие его положительные стороны, как использовать, в какие фазы. Ну, а данного продукта, конечно, после такой замечательной сессии мы ожидаем только прибавки урожая. Я думаю, что мы в следующем году обязательно приобретем данный препарат. Мы хотим применить данный препарат уже в следующем году на культурах ярового ячменя и озимой пшеницы. Мы хотим именно у себя в Черноземье испытать этот препарат. Если же все у нас получится, препарат покажет себя очень эффективно, мы будем применять на всей нашей площади, то есть на всех наших 60 гектар тысяч земель.